Газон. Тоже благодарю за подписку на Бусти. Да что там осталось? 3 человека, да, теперь? Бот. А вот этого он не ожидал. Он только что убил бота, и из двери я выхожу. Он меня послушал и знает, что я под ним. Блять, там еще. Шот. Я ж себе взорвал одного. Вот видите, лежит тряпчик. Сергей, благодарю за подписку на Бусти. Все, двое осталось. Хера себе. Аша, что ли? Бля, я даже бейсбол не успел хряпнуть. Короче, типы просто стоят, погнали. Не дождемся мы движения. Даже перед вайпом. Оп! Господи, блять, а этот просто лежит. Серьезно, чат, вот так они и играют, представляете? 2 дня до вайпа осталось, 2. Минус 1. Не вижу, блядь. А, вижу. Голову дал ему. Блядь. Не знаю почему, но мне не нравится здесь геймплей людей. Не знаете почему, чат, случайно? Я рассказываю вам. Патроны закончились. Вид! Вид, он меня убил, блин! Он меня топором прибил, он меня утает. Слушай, офигеть, у меня просто закончились патроны. Господи, я лошара. Шайтаныч. Мое почтение. Диаблос, спасибочки за 224. Благодарю за поддержку. Короче, не знаю, там какие-то медленные типы где-то там тусуются. Не будем их ждать, пойдем. Спасибо, благодарю.
Вот смарт плей сейчас был бы, здесь бы стоять дальше. И еще минут 10 так подождать, потому что кто-то по-любому пойдет. Здесь мы прыгать не будем, потому что на холме могут сидеть тактические игроки. О, идти там даже Аша. Давай вернемся. На холме могут сидеть смарт-плееры. Да, нельзя туда прыгать через забор. А, вон, ходит тут слева. Он пробежать уже успел. Вроде ходит. Бот ходит, не знаю. Кто-то вот здесь, короче, стоит. Нет, чевок, скорее всего. Да-да-да, прыгает, видите? Двое. Второй, по-моему, жив остался. Так, переиграно смарт-плеем. И кто-то там до сих пор на мосту еще где-то стреляет. Обалдеть, блин. А, вон он, ё-моё. Давай, беги по мостику. Так, еще один. Smart Play Gamer. Там хеклер где-то. Наверху, наверное, сидит. Бля, слушайте, очень удобный геймплей. Можно просто сеть вот так, пиво там открывать второй рукой, там наливать, рыбку чистить пока. А слушайте, прыгает по стройке, бегает. Работает дудочка, блин, двое. Смарт-плей чат, понимаете? Ой, блядь. Где там еще один? Ну, смотрите, вот если по смарт-плею, да? Я сейчас не могу туда бежать. Вот, слышите, меня могут справа контролировать. И кто-то действительно есть справа. Видите? Я не мог туда бежать, потому что там все это время меня контролировал тактически занявший позицию игрок. Начал играть как профи. Да, мы вот для примера играем так называемый smart play. Умную игру показываем в Тарков. Беспроигрышный вариант, так сказать. Кто по центру карты-то на выход идет? Надо вокруг через общагу вдоль забора. Ну, все, вот, все правильно мы действуем. Там ОГСки могут простреливать забор. Это же опасно. А здесь вот так по кустам, по зеленочке очень много укрытий. И можно в любой момент спрятаться. Точнее, не спрятаться. Тактически сгруппироваться в кусту.
И как бы все, и переиграть какого-то соперника, который нас будет преследовать. Знаете, вот эти вот бегунки вот эти вот, которые бегают, короче. Непонятный вот этот их геймплей, блин, что-то бегают, что-то кого-то там пушат, блин, вообще. Вот этих вот, короче, переиграть можно было. На изи просто. Еще интереснее от места спавна не отходить. Ну, это прикинь, значит, у тебя 100% выживание будет в рейде. А так как это хардкорная, реалистичная симулятор игра, ну, это самое главное, что ты выживешь в рейде, правильно? Ты же наш человек, ты не можешь так играть. Смотри, смотри за рукой, видишь? Оп, уже играем. Целый рейд. Так, получается что? 6 ЧВК. Угу. Ну что, можно, получается, в беседу выкладывать скриншот? Даже с 5 метров он поубивал я типов. То есть даже вот, ну, хер заподозришь, как я это сделал, да? С 5, 18 метров, 9 метров, 20 метров. Один даже не залутанный. Так. Ну вот сейчас был как бы такой показательный рейд был чат. Надеюсь, очень показательно и понятно было всем. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.